Скажите, сыграла ли новая тактика, как вам сегодняшняя игра? Ну, в принципе, чуть-чуть изменили свою тактику по сравнению со вчерашним днем. Готовились и знали, что будет делать соперник, естественно, то есть ничего нового, да. У них игра одинаковая, уже, так сказать, устоявшаяся. Ребята играют в своем русле, естественно, готовились и знали, на что они способны. В первом тайме немножко не получилось, да, свою игру показать. Пропустили очень красивый мяч, но такой он, конечно, по счастью, немножко удачно попал в человек, как бы, такая. Повезло немножко им. По второму тайму, естественно, уже начали реализовывать то, что запланировали, но, к сожалению, не получилось полностью реализовать тот потенциал, который у нас был. Да? Создали очень много моментов. На мой взгляд, лучше играли по всему матчу вообще, в принципе. Ребят, то есть, выкладывались, да, делали все то, чтобы выиграть, но, к сожалению, судейская ошибка одна, на наш взгляд, повлияла на исход матча. Именно на исход матча, да, то есть сломала игру при счете 1-1. И мы уже не смогли дожать соперника, хотя также создавали моменты, продолжали, боролись до конца. Но вот, к сожалению, это футбол, да, и не все, как говорится, от команд зависит порой. Где-то погода, где-то судьи и так далее. Вот. А так, в принципе, все ребята молодцы, да, сыграли то, что хотелось. План, в принципе, выдерживали, еще раз повторяю. И, ну, не повезло. Чуть-чуть не повезло то, что у нас, и, к сожалению, было в прошлом сезоне во многих матчах. Надеюсь, что это будет частность. Спасибо.